Приключения братьев Супер Марио 3. Семь континентов для семерых деток. Автор сценария Перри Мартин. Прекрасный денек, чтобы поплавать. На небе не облачко. Похоже, ты поторопилась, принцесса. Таких грозовых облаков я еще не видел. Клянусь затопленными подвалами, это не грозовое облако. Смотрите. Это корабль злой Рок Пупы. Ныряйте. У нас проблемы, король папа. Радиатор сильно перегрелся. Мои нервы совсем расшатались. Тошнит от космоса. Я только что взял этот драндулет из мастерской. Нам срочно нужна вода, а не то мы взлетим на воздух. Быстро активировать супертрубу, это наш последний шанс! Эти мерзкие рептилии всасывают наше место для купания! Да, и нас они тоже всосут, если мы не будем держаться! Я не могу держаться, меня отрывает! Только не это! Меня затягивает! Получилось. Вода вовремя все охладила. Да нет, не вовремя, Читси. Эта мерзкая вода всю мою тушь смыла. Ну-ну, не плачь, крысотка. Все будет хорошо. У меня есть отличная купидея. Тогда чего же мы ждем? Давайте поднимем этот шланг и вперед. Принцесса Паганка была случайно похищена купами. Быстрее! Нам надо сбросить себя этот лягушачий прикид и найти Рахунрауэр, чтобы полететь за кораблем Злой Рок. Хорошо, что мою корону можно стирать. А теперь узнаем, что замышляют эти гнусные купы. Держитесь, мои испорченные детки. Мы вылетаем из Грибного Королевства и влетаем в реальный мир. Давайте убедимся, что за нами не увязались эти проныры, братцы Марио. Куки, активируй кубок Логер. С удовольствием, папа. Моя новая штучка-дрючка блокирует все трубы в Грибном Королевстве. Быстрее, еноты! Вот труба, в которую скрылись похитившие принцессу Купы! Видели? Эта труба блокирована каким-то силовым полем! Мы не сможем погнаться за Купами и спасти принцессу! Я гений! Мой Кубок-Логер – гениальное изобретение! На этот раз эти докучливые сантехники не испортят нам вечеринку! Хватит трепаться, давайте собираться! Нам предстоит покорить мир! В реальном мире 7 континентов, и каждый из вас получит по одному. Делайте с ним что хотите! Ку-ку-ура! Ку-ку-ура! Були, ты станешь чудищем Востока и Азии! Читси, ты покажешь, как низко ты можешь опуститься в Австралии. Крысотка, покажи старому свету что-нибудь новенькое и гаденькое. Стань новой чумой Европы. Куки, оттянись по полной в Африке. Большерот, обдай своим горячим воздухом Антарктику. Кип, открой заново Северную Америку. Будь там гадким от моря и до моря. Хоп, поставь на уши Южную Америку. Задайте реальному миру такую встряску, чтобы это запомнилось. Мне надо опередить этих мерзких отпрысков Купы, иначе они захватят весь реальный мир. О, если бы я могла выключить Кубок Логер... Thank you.
Сюрприз! Сюрприз, принцесса и в таком месте. Хорошо, что Купок-Логер предупреждает о таких добреньких, как ты. Пленница! Тяните! 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 Ну же! На этот раз кажется вытащим. Бесполезно, Марио. Мы испробовали все. Эта труба засорилась навечно. Ты прав. Это самый страшный засор на моей памяти. Не переживайте так. Принцесса-поганка не пропадет. Наверняка все эти купы сейчас молят ее о пощаде. Еще ни одному злодею не удалось завоевать реальный мир. Вам не уйти от возмездия. А я возьму и уйду, маленькая принцесса. Смотри. Смотри, что делают мои маленькие шелунишки-купы. Какую катастрофу ты вызываешь в Азии, Були-купа? Я рисую граффити на всей этой стене, мой зеленый папочка. Не смеши, Були. Граффити может малевать любой болван. Но это не просто стена, отец. Это великая китайская стена. Отлично, отлично. Это действительно гадко. Куки, а как делишки в Африке? С помощью волшебной палочки я превратил всех диких животных в чучело. Ха-ха! Чисти! Ну а ты чем порадуешь? Что там у тебя в Австралии? А я превратил всех людишек, кроме одного, в кенгуру! А зачем он тебе? Мы бросаем эту креветку на копья! Ха-ха! Как дела в Антарктике, Большерот? Я сделал гнусного купу снеговика! Это круто, Большерот! Мне нравится! Крысотка! А что там в Европе? С помощью волшебной палочки я превратила все эти дурацкие, страшные, никчемные старые картины и скульптуры в нечто очень красивое. Свои портреты! Это Мона-крысотка. Рождение крысотки и крысотка, спускающаяся по лестнице. А что творится в Северной и Южной Америках? Я узурпировала все телекомпании и провожу сейчас купофон. И я не уйду из эфира, пока они не отдадут мне все свои денежки. А я превращаю Амазонку в парковку. Теперь мне надо только много машин, чтобы ее заполнить. Молодцы, детки. Ваш папа вами гордится. Это проказы мирового масштаба. Как мне отсюда выбраться? Да у этой бомбы фитиль-коротышка. Спорю, ты липовая бомба и даже не взорвешься. Ну, конечно. Смотри. Получилось! Купа-Глогер капут! Теперь Марио с Луиджи вырвутся из грибного королевства и помогут мне разобраться с этими отпрысками купы! Ух ты! What I need. I'm a hurricane.
Пылески Купы убираются во своясь в грибное королевство. И все это благодаря тебе, принцесса Поганка. Ты спасла все континенты реального мира от Купострофы. Братья Марио, вы столько раз уже спасали грибное королевство, а это был мой вклад. Конец.